Когда я уже не помню. Слушайте, там написано было. Если ей не надо, я не привезу. Если ей надо, мне надо размерный ряд привезти белый. Спасибо. Девочки, еще сюда пакетик потом расковыряете, а я потом соберу. Спасибо. Что-то может... Нет, нет, я просто смотрю, не приставайте. Ладно, пока не... Что-то там с меня. Пойдите, пожалуйста. Вот, так что Продолжаем работу.
Здравствуйте. Как гость или по работе? Или... Нет, я приехал как гость, конечно, не по работе. Ну, кто-то просто заходит, там у нас симпатичный. Да, это домик купеческой гильдии 16 века, вот такой вот у нас особенный. И у нас подлинные стенки. Вот все, что выше крыши, это, понятно, это воссоздано. Вот наша кровля, мы на втором этаже. Вот здесь потолок, и дальше у нас высокий третий этаж. Это 80-е годы. Вот на этом планшете видно? Да. У нас перенес два щипца как продолжение стен и черепичная кровля между ними. А что значит появилось? Это надстроено? Это реставрация была в 80-е годы. Или надстройка все-таки? Или реставрация? Реставрация. А тут появилось, я так, знаете, слово такое. Нет, а вы занимаетесь реставрацией, я тогда буду правильно? Нет. Мне просто интересно. Научная реставрация, она предполагает воссоздание объема. Это была авторская реставрация, Мария Дементьева была реставратором, она решила, вот это до, видите, это 70-е годы, 80-е, вот на этих фотографиях видно, что стеночки подлинные, кровля поменялась. Кровля 16 века у нас не стояла. Теперь я понял. Это же домик-то 16 век. И она решила придать такой гандийский вид немножечко. Да. Высокую кровлю, немножечко такой готики, да, получилось. Вот достроили вот эти щипцы, кирпичные, стенки настроили. И между ними положили высокую кирпичную кровлю. Поэтому вид вот такой, вот, как мы видим сейчас. Только у нас кровля сейчас вот такой. Это тоже черепица, но другая. Это после реставрации вот сейчас современная. Извините, а вот та черепица, которую вот в те годы сделали, 80-е, это что было за черепица, вы не знаете? Ну, как происхождение ее. Реставраторы, они ее в Прибалтике находили, привозили из Прибалтики. Называется монах-монашка. Это... У вас такая черепица тоже есть, ну вот сейчас сделали вот такую. То есть это, такую простую. Это была новая черепица? Вот сейчас новая? Нет, тогда привозили из Прибалтики, из Карстара. Да. Но она вовсе не 16 века, просто она была более поздней. Но... А вы не скажете, а почему заменили черепицу старую на новую? Хороший вопрос, но она стала протекать. Была реставрация, был новый проект. По проекту надо менять, поэтому поменяли. Ну, у нас же, знаете, что сейчас идет массовая реставрация всего. Почему заменили? Вот я не очень понимаю, что... А вы знаете, насколько я знаю, чтобы черепица состарилась и приняла тот самый, ну, вы понимаете, какой вид, это нужно годы. И поэтому ценность этой черепицы, с моей точки зрения, она высока безмерно. Я тоже так считаю. Мне не нравится то, что сейчас. Это похоже на металлочерепицу. Это плохо. Вот здесь очень живописная, она цветная, чем старее, тем лучше. Да. У нас масса черепиц хранится, я даже знаю, вот эти склады просто брошены. Она чудесная. Но ведь она очень дорогая. Ну, она никому не нужна. Но она уже полопалась, еще что-то. Да. Ну, керамика же, она, конечно, живая. Интересно, я думал, что она, керамика, ну, прочная, мне казалось. То есть, если она, ну, грубо говоря, лопнула, то это видно на глаз. Ну, вот это вот кусок керамики, который выкопан у нас при раскопках, да, ну, замечательно, она чудесная. А, ну, это другого рода. Это другая, другая, конечно, но я имею в виду, что действительно у нее крепость потрясающая. Вы знаете, когда куда-то езжу, я привожу всегда с собой черепицу. В какие-то города езжу, я привожу с собой черепицу. Ну, старую привожу. Очень хорошая мысль, я привезу сюда, я знаю, она лежит черепица. Надо принести сюда. А где она лежит? Я скажу. Я бы кусочек взял себе домой. Я сначала съезжу с собой. И вы знаете, она дорогая черепица. Я вам так могу сказать, что я был знаком с человеком, который занимался в Петербурге реставрацией домов. В Петербурге еще давным-давно была черепица. И они ее продавали. И стоит она достаточно дорого. Если, скажем, в интернете вы наберете кирпич старый, ну там я Петербург, конечно же, смотрел, по какой стоимости продают старые кирпичи. Но, безусловно, их не просто продают, их пилят на там, 3 сантиметра плашки, на декорирование, да, помещений. Да, как будто там стена и что-то такое. Вы знаете, я был удивлен, сколько это. То есть это не бесплатно, я хочу так сказать. Стоит. Очень интересно. Слушайте, правда интересно. Это вот, к сожалению, современная реставрация, мы только что сегодня начали тоже плакать. Но ведь у нас дом стал белым таким зефирным кефирным. А мне понравилось. Ну, как бы дилетантски.
Какой он нарядный. Ну вообще, как-то, понимаете, как-то дикий камень никто никогда гранит не красил. А может быть это имитация штукатурки, которая применялась в средние века? Применялась, да. Ну как-то, понимаете, очень странно, потому что вот в некоторых местах те же самые якобы реставраторы, это был один комп... да. Ну, это были одни и те же люди. Где-то они не покрасили, где-то пока. Ну, это интересный момент. Это очень вот интересный момент. У нас момент. Домик стал таким зефирно-кефирным, молочным. Да? Вот мы такие беленькие, особенные. Ну, посмотрите. Красочка, вот она. Будем надеяться, что все это некачественно и все это в интересной форме осыпется. Оно в интересной форме осыпается. Да. Домик привлекает уже. Ну, вот я сегодня уже подметала все это, потому что. Да, полностью для него. Но становится гораздо живописнее, чем просто такой монолитный объем. Вы знаете, эту реставрацию проводили просто строители. Безграмотные, невоспитанные, необразованные, не интересующиеся историей, относящиеся безразлично прежде всего к этой истории, ну и вообще вот к Выборгу в целом и в частности к вашему дому. Я так могу сказать. Это обычный объект. Это да, приезжие безусловно. Люди, у которых это да. была такая работа. Рутина. Рутинная работа, да. которую делали да. они. Да. Поэтому... Ну, рабочий, рабочий, но им задачу поставил кто? Да, вот, да. Вот но домик вот при всех своих вот этих вот недостатках, я очень рада, что мы с первого да. времени открыли дверь. Согласен. И у нас есть возможность посмотреть и вот ощутить все равно вот подлинные да, стенки, да, да, они в любом да, случае да. подлинные. Нашим гостям показываем их толщину, они удивляются, потому что они стоят больше 30 лет. Они стоят реально. Понятно, что у нас есть второй этаж. Это мы на втором с вами этаже. Под нами полноценно сохранился первый этаж. А что там? Там есть воздух, который копия графической реконструкции 79-го года. Это вот та моя самая Дементьева, которая вот это сделала. И понимаете, вот в этой советской реставрации, вот да, с да. этой черепицей, да. есть имена. Есть имя и фамилия. Майя Дементьева была реставратором, она была автором проекта. Вот. Чудо. Сейчас я не знаю, сейчас какие-то, вот, ну, какие-то да, непонятные да, да, люди. И вот у нее тогда в проекте реставрации, видите, на машинке напечатано. Да. Это была графическая реконструкция, она предлагала раскрыть нижний этаж. Это значит понизить уровень земли на минус 3 метра примерно, на 3,5 метра уровень культурного слоя. Да. Вообще наш домик очень классный. Про наш единственный средневековый дом написана вот такая книга. Это наш большой замечательный друг Александр Иванович Фарсакс. Знаете его, нет, доктор наук. Вы знаете, я не слышал, но учетом мне год 12-й стоит. Это что значит, он умер? Нет. В 12-м году я не вижу. Это, это написано 2004-2012. Сразу вопрос. Александр Иванович жив. Слава Богу. Жив, он замечательно, да, он, конечно, иногда болеет, редко приезжает в выбор. Но вот 9-го у нас была презентация 20-го года сейчас, и вот его надпись «Этому самому дому», ну, чтобы никто не сомневался. Это все про наш дом. Наш дом... Только написано? Это про период археологических исследований с 4 по 12, за 8 лет. А где были исследования? Здесь, около нашего дома. Скажите, пожалуйста, почему не понизили слой? Очень мне это интересно. Денег стоит. Скажите, а вот с точки зрения культуры, это нужно понижать или не нужно понижать? Или как правильно выразиться, культура, не культура, ну вот текущего? Мне кажется, это обязательно. Мне кажется, обязательно, потому что по-другому воспринимается эпоха другая. Да? Ведь у нас Выборг привлекателен тем, что он средневековый город, и совсем он не русский город. Да? Это европейский город на территории да. России, где мы можем приехать ну, без шенгенской визы, да, тратить да. много денег и так далее. И люди хотят увидеть эту Европу. Они хотят по максимуму, причем понятно, что их сначала привлекает средние века. Другое дело, что мы говорим про 18-й, 19-й, про середину 20 века, про приятель Куала-Алта, про все. Но сначала да. их привлекает средневековье. Безусловно. А вот эти вот штучки, вот эти вот сувениры средневековые, это наш домик в том числе, их мало, они счетные, их вот буквально по пальцам пересчитать. Поэтому внимание уделено должно быть вот максимальное. Конечно. И поэтому, если бы это все понизили, понимаете, другое восприятие, он бы сразу небоскребом бы стал средневековым. Три этажа все-таки. Первый, второй, посмотрите, вот здесь вот мы, у нас, видите, тут мебель, мы еще пытаемся перевесить. Вот сейчас вот стало не видно, вот этот планшет под ним или другой. Вот это фотографии 29-го года. Это финского периода, архитектор Леорман. Вот это срез нашего домика.
Да там еще и арочные своды. Там шикарные арочные своды, каменные. Там вообще потрясающая история. Там можно стоять в полный рост. Там разноуровневые они. Да. А вы не подскажете, а что вообще-то было в этом доме-то? Я не спросил. В принципе, старые времена-то. Несколько версий самых разных существует. Вот участок большой. Вы видите, что мы на этом участке один в поле воин, да, такой. Мы один домик стоим. На самом деле стояло, естественно, множество, и фундаментов сохранилось множество. И точно совершенно известно, что на этом месте была купеческая гильдия. Но в этом ли доме или чуть-чуть в другом, это большой вопрос. Поэтому вот Александр Иванович говорит, что была, но вполне вероятно, что немножечко в соседнем, ну вот они все тут друг у друга стояли. Потому что находки, монеты, застежки книг, все равно же писали, кто кому чего должен, бухгалтерские книги, пломбы, они найдены чуть-чуть в стороне, вот немножечко. Поэтому гильдия была, ведь этот дом назвали купеческой гильдией еще вот в 20-е годы, финский период, когда финские исследователи начали изучать историю. И я говорю, Александр Иванович, ну что, чем наш, вот как мы будем гостям говорить, у нас какой дом? Он говорит, ну говори дом купеческой гильдии. Ведь гильдия, по сути, современным языком, это такой бизнес-центр, да, где мы могли собраться, проговорить, заключить сделки, хранить товары, которые немного занимали место, но самые ценные. Записи, деньги, несгораемые сейф для денег и драгоценностей. Ну и опять же, можно было и Богу помолиться вместе, да, и какие-то политические решения бюргерские свои обсудить. Поэтому мы склоняемся к тому, что это был не жилой дом, а вот для этих целей. Но есть версия, что это был жилой дом богатого горожанина. Скажите, пожалуйста, вот первый этаж, туда доступ теоретически есть? Или он? Теоретически есть. Теоретически. Вы бывали там? Конечно. Стены там, естественно, чем не покрашены, они натуральные. Конечно. Ну, я так полагаю, что они вам нравятся, естественно. Там очень замечательный вид, потому что арочные своды, они всегда создают какую-то тайну. Встречного, а вот не было ли у вас мысли туда водить просто экскурсию? Нет. А почему? Потому что сделано так, что это водить небезопасно. Экскурсии водить можно, если мы можем предоставить людям доступность и комфортность, ну, хоть какую-то... Вот, если у нас проектом реставрации 80-х годов, вот смотрите, вход у нас был, ну вот здесь уже не видно, вот этот вот вход. Вот такой вот он вот туда. Ага. Ну чуть-чуть пониже, но был. Да. То есть там надо было спускаться вниз. Да, поступить. Но была вот такая вот будочка, и значит туда можно было вот здесь вот тоже вниз спускаться. Да. Вот. Сейчас вы, когда выйдете, вы видите там такую металлическую штуку, как колодец, и там сделан такой лаз вот такой вот. Обезьяна, неприемлемо, конечно. Это неприемлемо для гостей, мы туда сами спускаемся один раз в месяц по воле обстоятельств для того, чтобы записать показания счетчика. Там водомер стоит. Там просто какое-то помещение, вот по периметру дома, скажем так. Да, там два помещения. Видите, тут очень интересная история. Там как бы две такие камеры. Вот это была историческая лестница, ее сейчас нет. Здесь сейчас вот этот вот лаз у нас. Две камеры, они соединены проходом, они разноуровневые. Одна повыше, вторая пониже, но все в полный рост. Интересно. Вы знаете, я был однажды в замке, сейчас скажу, вспомнить надо. Это была Швейцария, на островке стоит Монтрё, Шильонский замок. Вы знаете, что, во-первых, я был в разных замках, но что меня поразило в этом замке – сохранность. Возможно, это новодел, я не знаю, но какая-то мебель хотя бы стоит, что-то такое, знаете, каминов, большое количество, значит, там, это, как это правильно называется, это с графит, только тут изображение на стенах сделано, все понятно. Но я понимаю, что все деревянный элемент – это все новодел, безусловно, новодел – это дерево, да? Знаете, что меня поразило? Внизу и... Вот ваш рассказ, так сказать, оживил это воспоминание. Я спустился вниз, и там скала, на которой, голый камень, на которой стоит все это здание, скажем так, этот замок. И там была инсталляция, сделана световая. Вы знаете, какая? Там, видимо, была тюрьма или что-то такое. А я не знал этого. Я никаких языков не знаю, я вообще ничего не читаю никогда, черт его знает. И шел, смотрю, тень какая-то прошла мимо меня. Не понял. Дальше. Тень прошла, как жила, там реально двигалось все. Ну, думаю, как это, а там же какие-то прожигают, ну, такие легкие фонарики, ну, явно, что тень как-то отбрасывает. Прошла тень, остановилась, и вдруг вторая тень появилась. Достала нож и вонзил в спину первой тени. Тут упал. Да, я был удивлен, понимаете?
Ну, вы понимаете, что это такое, естественно, ну, да? Конечно. Да, но первый раз я был поражен. Знаете, я запомнил эту историю, и вот это интересно. В нашем доме тоже живет наш дух, живет, мы это поняли, мы ему благодарны, вот прям конфетки оставлять стали. Да. Потому что у нас вот замечательные халтурщики по 44-му федеральному закону, ну, закупки, все, привезли вот эту мебель. Да. Она должна быть со стеклами вообще-то. Да. Они привезли, поставили немножко по-другому, мы уже сейчас переставили под себя. И мы закрыли дверь, собрали, там 3 дня собирали, тут как-то вот вынесли мусор, закрыли дверь, утром приходим, а у нас все стекла на полу. И мы увидели, что это халтура. Ну, это вот, я сказала, слава Богу, спасибо этому духу. Да, есть у нас вот дух, наверное, Карина, наша, мы тут знаем одну историю, которая показала, что это все халтура, и все это упало без гостей, все это упало без нас, все это упало сразу после того, как это поставили. Поэтому вот сейчас эти стекла битые стоят там, сейчас в выходные привезут. Поэтому у нас во всех средневековых домах обитают какие-то духи, тень нам надо здесь запустить. Вы недавно открылись? Мы открылись 1 июня, но мы работали вот в период пандемии, мы работали практически без мебели. У нас было 2 парты школьные и 4 стульчика маленьких. Вот. Но это было нормально, потому что показать подлинные стенки и зайти в дом было интересно. Конечно. Ну вы знаете, конечно же, с моей точки зрения, всю мебель я бы вынес, безусловно. И я бы купил бы мебель, она недорого стоит, хоть как-то. Какую-то, ну, средневековую, но какую-то состаренную. Вот мы ровно то же самое нарисовали. Это безобразие. Безобразие. Честно могу сказать. Вот у нас единственное нормальное это элемент, это солнце. А, вот, я не заметил. Вот то, мы что я имел в виду. Мы освободили угол, чтобы он был, потому что... Первый раз такой же треугольная крыша. Треугольная. Он, знаете, очень похож на эти стульчики, которые, как они называются, высокие барные стулья. А, это очень удобно, вот прям очень удобно. А где вы взяли это? Это новодел или это старое? Это 80-е годы, киношку снимали. Это для средневековья делали киношники, вот они составили массив. Да, понятно, здесь есть. Ну, хотя бы так. Ну, и это прекрасно. Мы примерно такое рисовали и предполагали с архитекторами. Нам сказали, нет, нельзя. Нельзя? Ну, у нас же чем выше лес, тем умнее люди. Мы маленькие звенья, у нас есть большое начальство, которое закупило, ну вот хотя бы тут металлический каркас, хотя бы какой-то элемент лофта, потому что стенки на самом деле, понятное дело, не все кривые. Это лофт, конечно. Ну, такой, ну хоть что-то. Отношение имеет к этому зданию, не очень ясно. Ну, никакое. Вот оно есть, есть хотя бы металл, хотя бы это не просто деревянный, вот это ламинированное ДСП. Хотя бы есть какой-то... Начальство такое, я бы так сказал, колхозное. Конечно. Какое у них образование? Где они родились? Кто их родители? Какое у них происхождение? Какой у них генофонд у них? Какой? Нас такие вопросы не задают. А я всегда задаю, когда первый раз вижу человека. Я всегда, у меня очень много, почти каждый день я знакомлюсь с людьми, как с вами. Но я вас не стал пытать. Первое, что я должен знать, где человек родился. Вот первый вопрос по этой книжке, где человек родился, который написал эту книгу. Второй вопрос, кто его родители, где родители родились. Это очень важно. Дальше уж не будем как, потому что никто не знает, где в основном дедушки и прадедушки родились. Это уже создает фон, понимаете? Ну, выборка вот такой. Отношение к человеку. Такой особенный. Но у меня вот, у меня родители родились здесь после войны, потому что бабушки и дедушки появились здесь в 1944 году, мы вместе с войсками. Так вот. И мои-то дети уже третье поколение, уже коренные жители. Да, ощущают это место. А так, ну что, вот мы же показываем нашу особенную карту Ленинградской области. Вот это Петербург. Да. Половинку ладошки. 7 миллионов, все деньги, власть, дворцы, парки, кроме Гатчинского дворца, все в составе Петербурга. А вот это вокруг, как раз вот 2 Швейцарии, наверное, по площади, а может быть еще и Австрия, прилегающая туда. Да. Это Ленинградская область. Ну, 1/3 Франции точно, я сама сравнивала. Когда вот Копорье то самое. Копорье то самое. Разрушенное. Это судить надо, людей судить. Это... А мне нравится, что его пока не сделали новодельным. Ну, его сделают новодельным. Его сделают, он на 16. Безусловно, его изуродуют, да, безусловно. Ну, там материал, который построен... Как он Пудерский сказать? Камень. Ну, как-то еще название. Есть не песчаник, а как-то еще. Вот я все... Известняк. Я ну, известняк, колхозный. Да, ну вот он такой да. Вот. Ну, в принципе, недолговечный такой, да. Это... Но его тоже в 76-м году, 80-м, вот последний... Среднюю башню, вот эту вот ее Рансана Хаустова зафиксировала, она стоит. Вот угольная башня вообще сползает там, просто сползает. Ну, крепость шикарная. Ну, в общем, вот это вот это наша вот деревня, это наша Ленинградская область. И отношение к ней было всегда такое, это же провинция.
Безграмотное отношение. Это провинция, не провинция. Это люди без образования, которые приехали из России, а в России свиньям хвосты крутили. 90% людей никаких. Но вы не слышали про нашу историю современной политической, нет? У нас тут такие скандалы. Бюджет города примерно 712 миллионов, примерно, а 700 из них стырили. Да вы что? Да, и вот у нас тут глава подает в отставку, а совет депутата говорит, нет, ты остаешься. Он говорит, хорошо, я остаюсь. Это вот, понимаете, это такой, как это сказать, большой многосерийный сериал, как украсть деньги из города. Все они приезжие, все они ПТУшники. ПТУшники. Да. ПТУшники. Они не учились в институтах. Они... Единственное, им родственники дали знания в двух фразах. Подальше от начальства, поближе к кухне. Я утрирую, это в принципе. Начальство. Да, 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 да. Да. Ну, вообще, по-русски говоря, это, конечно, приматы. Ну, в широком смысле слова. Я работала помощником главы администрации здесь у нас по объектам культурного наследия. Я ушла оттуда. Но мое, у меня много заслуг. Они, по крайней мере, знают, что есть памятники, что они есть федерального значения. Они знают, они теперь знают, что выбор чем-то... Ну, мне не удалось за 7 лет моей работы в администрации не провести ни одну экскурсию ни для кого. Я их не вытащила. То есть они не видели город глазами туристов. Ну, город грязный. В администрации не надо. Поэтому, вот конечно, здесь странно старые названия, Кависал, Випури, Волк, Сиандрия. Да. Ну, то есть мы все это знаем. Но вот как у нас происходят встречи? Спасибо. Закусили, выпили, разошли, все забыли. А вообще вот для финнов это, конечно, живая реальная история. Вот так даже в картинках. Да, да. И на самом деле, сейчас тогда еще один карту покажу. А что значит подлинная? Ну, в смысле, напечатанная у нас здесь, в советские годы. Ага. Это вот эта карта, это копия карты. Мы, она была рисованная карта в Каупунке, это вот центр нашего города, это Фина 52-й год. Каупунки это центр, город, да. Это город, да. А, город, вернее. Да. Да, город Каупунки. Вот. А вот это вот карта, которая сплагиатили с этой карты, это в 1993 году, к 700-летию Выборгского замка, ну, 1200. Да. Это сделали все то же самое, но она тоже такая же раскрасили, была цветная, да. Раскрасили. Ее чуть-чуть укоротили, сократили, количество персонажей поменяли, да. Ну, упростили. Да. А так да. Вот мы видим, что истории все те же. Но за исключением одного момента, который очень любопытный. Да. Вот стоит Выборгский замок, Кнутсон, все замечательно. Архив Ульберга, все чудесно. Ну а дальше мы смотрим. Здесь на русской карте стоит Петр I, который в 1993 году. На финской карте Петра нету. Здесь стоит Лев, символ независимости Финляндии. Так Петра I, мне кажется, позже установили. Петра I поставили в 1910 году. К 200-летию взятия, 710-м, 1910-й поставили. Но финны в 17-м году его тут же снесли, когда получили независимость. Естественно, да. Да, потом был установлен лев. Потом, когда была война 39-го года, лев был сброшен, снова Петр III установился на место. Но и даже сейчас, вот, в принципе, почти современная карта, но у нас все равно есть вот такая вот картографическая борьба. Это культура, да. Так что вот сложная история. Но сейчас, вы понимаете, у людей, особенно у молодого поколения, которое вот уже третье здесь, уже какое-то из четвертое, уже есть понимание того, что исторические города населяют люди разных национальностей, разных вероисповеданий и вообще вот разных государств. Но это у простых людей. А так мы всегда вот с советских годов, мы были провинциальным городом. Есть тоже очень любопытно, нам одна жительница принесла. Такой противоречит, в 77 году издан, рубль 8 ГДР отпечатан, там написано «Древний русский город Выборг». Ну, все правильно. В общем. Древний. Ну, историю пишут победители, как говорят, поэтому, да, интересно. Древний русский, причем на, ну, на трех, на четырех языках – русский, английский, финский, немецкий здесь. Так что, да, вот интересная история. Мы вот сейчас начали это все собирать по поводу черепицы. Чего-то я не подумала, что надо ее привезти-то. Я поеду сегодня. Знаете, у меня из Монако есть, из Эзо есть, из разных мест есть. А вы знаете, я даже отрывал однажды. Я в двух местах отрывал, я в Амстердаме отрывал, но там она была все-таки новодельная. Я принес ее, она тяжеленная, ужас. Тяжеленная, да, она очень тяжелая. Я помню, в Праге я подобрал черепицу на здание, это в направлении Вышеграда, там на горе.
Этого здания, это здание есть, но все новодельное, там гостиницу сейчас сделали, и вот у меня она стоит. Я сфотографировал фасад этой гостиницы, там было такое окно, оно досками, забито старыми досками, как надпись, и стенка натуральная была. Вот. Я сделал такую, знаете, фронтальную фотографию, просто прямую, без перспектив, без ничего. Вот. И там прямо черепица лежала. Вы знаете, я подобрал эту черепицу, часть, напечатал эту картину, и у меня черепица там рядом она. Вот, как связь такая, знаете, есть. Вот. И особенно еще мне интересно, вот я всегда мечтал увидеть Матерхорн, эту гору известную в Швейцарии, тоже гора Матерхорн и трава, которая вокруг лежит, это же все-таки заповедник. Трава? Да, Москва, там спущая какая-то интересная. Да, спасибо большое за экскурсию. Да не за что, поэтому вот камин у нас же тоже да, вот по камину. 70-е годы, но ага. Мы его собирали из кирпича, который валялся рядом, да, вот исторический кирпич. Это тоже у Майи Дементьева, Ранхаузского камина это делали. Они это делали по аналогам, по Прибалтийскому, архивы были закрыты тогда. Нынешние говорят, что все сделано неправильно. Но сейчас он уже предмет охраны наряду со стенками. Да. Поэтому вот он, но он не топится, безусловно, это просто фикция такая. Мы попробовали. Рацион рассказывал, что 80-е годы они топили. Так, топили, настоящие топили, камни. Да. Но мы вот видите, вот сегодня я даже свечку там поставила, думаю, пусть хоть какой-то огонь, это хоть что-то. Ну, потому история. Что так мы не можем, это нас да. Вот знакомый тут стекломастер сделал, он решил, что мы... Это то, что вы здесь находили, да? Это все, да, это то, что мы здесь. Вот это вот, понятно, нам заново катало как макеты, это не подлинное. Ага. А вот этот гвоздь последний в июне мы нашли, еще даже не почистили. Вот. И вот эти гвозди, это все подлинные, вот это тоже подлинная история. Вы знаете, я бы... Это тоже такая штука. То есть, ух ты, какая тяжелая. Хорошая. Это ядро, это русское ядро, русское. Это все, что касается... Это вот тяжелое. Это замечательная шрапнель. Все таким ядром. Да, пусть. Да. Это 710 год, это вот как раз наше русское оружие. У нас у каждого приличного ребенка, выбора, да? У нас такие штуки были дома, да. Монеты, ну, надо покопаться. Я вот кое-что тут принесла уже из дома, что я там... Я бы сделал бы то, что не требует согласования вот с этими приматами. Так. Какую-то небольшую, как вы сделали, ну, как не выставку, но вот интерьерные какие-то вот такие вкрапления. Их же не нужно согласовывать. Не-не-не, поэтому нужно. Мы хотим я сейчас... Я бы сделал бы. Вот на самом деле, вы знаете, для чего сделала вот эта ниша? Была раньше сделана. Была, 80-е годы. А, нет, 80-е. Советский период. Ее сделали в 80-е годы. Да, вот чего? Эти наши замечательные две женщины, которые были архитекторы, реставраторы, да. Они еще и сестры родные, ага. Они это сделали для того, чтобы разместить все оборудование, счетчики и так далее. А сейчас у нас появилось вот это чудо. Я задавала ребятам вопрос, я говорю, ребята, а почему вы вот это не углубили туда, вот не спрятали и все? Они говорят, так это же не влезет. Я говорю, а почему не купить поменьше, ну, в соседнем магазине? Вот. И вообще, зачем покупать ту, которая вообще не закрывается? У меня просто вот нету закрывашек. Ну, нет. Поэтому мы придумали, как вот это закрыть и декорировать. Да. Это чудеса, конечно. Советская реставрация. Вернее, современная реставрация. Да. Александра приезжала, она уже ей 83 года. Она, в общем, она, конечно, наболела после домика. Она говорит, ну как так можно было? Да, говорит, может быть, у нас там не было денег в 80-е годы, еще чего-то не доделали. Но совсем халтуры не было. Прям такое совсем. Согласен полностью. Скажите, а вот все-таки сейчас назначение этого дома кафе приходят люди дальше, что они у вас здесь делают? Туристско-информационный центр ровно так же, как везде. У нас губернатор, слава богу, решил, что есть чего посмотреть, крепости, замки и так далее. Развитие туризма, да, умный человек, до этого вообще никто про это ничего не знал. А, да? Это правда. Это вот до этого у нас был другой губернатор. Тот рубил лес, строил порты и вывозил вообще, вот он просто не интересовался ничем. Нынешний господин Дрозденко, он решил, что... Дрозденко. А что, хохол? Конечно. О как. А до этого был Сердюков, это тоже. Тут тоже хохлы. Ну, у нас сейчас все птичьи фамилии. Вот у нас да, Орлов, да. Который мы так и не поняли. Птичьи фамилии, точно. Он ушел, то ли пришел, то ли... Ну, в общем, что там. Ну, вот сразу же, вот простой вопрос. Вот, вот по фамилии уже нужно понять. Орлов уже из какой-то Макеевки или откуда. Вот, это люди. Предки которых всю жизнь свиньям хвосты крутили. Да? Как, что в них заложено? Что он откончил? ПТУ тракторно-музыкальное? Нет, сначала там был какой-то колледж, это был стропольщик. Ну, в общем, стропольщик. Это ну как это, техникум.
Техникум. Техникум. Вот я тоже техникум закончил. Что была партийная школа? Вот это уже теплее. Да. Вот это уже теплее. Сейчас такие люди, они у нас. Вы куда хотите погулять по городу? Знаете, я пытаюсь эту башню найти. Какую? Ой, башню. Все болтают. Башню Олафа, но это Выборгский замок. Башня Олафа, Выборгский замок, потому что вот башня Ратуши, часовая башня, круглая башня. У нас, и слава богу, сохранилось всего 4. Потому что я был однажды здесь зимой только, зимой 5 лет назад, я только как раз тут машину купил, вспомнил. А остальное время мы... А нет, ночью приезжал. Да, вы знаете, ночью приезжал, мы заблудились, хотели попасть, мы ошиблись дорогами. И хотели попасть на залив, что-то там, что-то связанное с закатом, ну, посмотреть. Понятно, значит, вы хотели другой дорогой. А потом смотрю, Выборг, а поехали в Выборг, говорю. Мы случайно приехали в Выборг, а в основном мы же в Финляндию все ездили. Ну, понимаете, ну, да? Ну, ну вот еда нормальная, им туда сигареты ненормальные, ну вот в те годы. И мы постоянно, естественно, где останавливался этот автовокзал, на автобусах, ну, на машинах, на автобусах. Вот и все. И я вот сегодня собрался, думаю, надо съездить. Ну, замечательно, давайте еще одну картину покажу. Да, покажите, пожалуйста. Скажите, а вот эта карта, вот пока я не забыл, вот эта, которая, вот эта вот карта. Ну, я понимаю, что от вас-то не зависит. Я считаю, что это интересная карта, и если бы она у вас бы там как-то продавалась бы здесь, я думаю, что как сувенир она бы хороша была. Ну, я попыталась найти вот 52-ю финскую карту, мне просто интересно автора, списаться с авторским правом и со всеми делами, решать вопросы, но пока я не нашла, в замке нету. Вот то, что сделали в 93-м году, это просто голый воды плагиат. Ну, я понимаю. Можно, конечно, ее репринтнуть и все это сделать, но все там делают, не парятся, но посмотрим. А вы знаете, что еще? Ну, я не совсем... Как много интересного. Юридически, я не знаю, насколько это для вас-то возможно, но мне, знаете, что не хватает? Вот здесь, с точки зрения покупки, мне бы не хватило картин. Картин просто хорошей техникой сфотографирована, напечатана более-менее, и в какую-то не очень дорогую рамку, но только с паспортом. Ставлено, исключительно с паспорту. Вот этого мне бы не хватило. Ну, правда, картины. Наверняка у вас есть какие-то. Ну, прикольный круглый, да. Thank you.
Смотрите, надо там дождуться. Она там смысле любим соберется. Thank you.
Давайте одну минуту сделаем монетку, чтобы не стоило не взять. Да, там, 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 там
Это совсем ничего не красит, на нем делают все такие вещи, как закалка, параллельные вещи и прочее. Он нам не делает. Thank you.
Здравствуйте. А вы не подскажете, какой будет средний чек? Вот так. Средний чек какой будет, не знаете? Да. Ну хорошо, ладно, сейчас подожду.
тебе позицию. Скажите, у вас бар, да? Да. А, ясно. Скажите, у нас, я, пожалуйста, раздвигнул, цена указана в залитах. Ага. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. До свидания. Thank you.
не жалко? Ух ты! Да. Какая красота! Ну, налево, да. Налево. Его поймать, что действительно 15 век. Ну, таких лестниц я не видел. 15 век. Знаете, я был в разных местах. Интересно. Монитор, посмотрите, это наше наблюдение. А что там? А. Так, значит, что я вижу? Соответственно, вот мы с вами. Да, это мы. Вот выше этажом, потом лесенка еще наверх, еще этаж и еще этаж. Нет, я бы хотел посетить. Все, в ваших руках. Мне так идти не хочется. На самом деле, это домокубический день, я иду отсюда идти 7 минут. Так, значит, я пошел наверх? Да, да. Ага, спасибо. Единственное, вот здесь вот, держите, пожалуйста, веревки. Хорошо. Что все-таки крутая вещь. Ой, какая красивая лестница. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Thank you.
Исключительно как первый портрет, первая картишка. Понятно. Вот, когда ремонт, который здесь стали делать, здесь сделали в 2000-х годах, взяла в аренду так называемая катакомбная церковь, и они здесь делали такой очень специфический ремонт. Вы знаете вот место? Здесь? Да, это вот здесь, вот мраморный пол с электрическим подогревом, заштукатурили стеночки, покрасили все веселой краской. И прочее, вот эти все перекрытия сделали, которые мы видим. Балкончик вот этот шатающийся, который вы видите с дешевой плиткой. Ну, как вот такой ремонт. То есть попытка была приспособить здание под церковные нужды. Я не знаю, что такое катакомная церковь. То есть мне рассказывали, что говорит, здесь у них где-то... Это церковный музей. Это был церковный музей. Здесь у них стены где-то замарован Грааль и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, ладно, это их уже дела. Просто потом, когда мы пришли уже здесь реставраторами с археологами, отковыряли стены, оказалось, что они ни вычинку не делали, не прямо по тому кирпичу, что 18 лет простоял под открытым небом после пожара, заштукатурили и покрасили. То есть, соответственно, все посыпалось, все гнилое, все плесень, сырость и так далее, и так далее. И вот в 16 году здание отошло к музею. В 18-19 был ремонт, и в 20-м году открылись. Да, чуть-чуть их с экскурсиями. У нас все, в принципе, под экскурсией, потому что, ну, рассчитывали, что будет экскурсия только здесь. Сейчас пандемия вот, внесла свои коррективы. И что, нет экскурсии у вас? Сейчас нет. Везде все забито, а здесь нет. Странно. Здесь маленький момент. Один человек на 12 квадратных метров. Это что значит? Роспотребнадзор. Вот здесь должен будет находиться только один человек. Понял. То есть я сейчас нарушаю, меня могут оштрафовать, ну, в смысле, не меня, а музей, на 200 тысяч. Ну, если камеры посмотрят. Ну, вот сейчас придет, откроет, о, три человека здесь. А где ваша разметка? Ну, в общем, короче, это понятно. Нельзя пока экскурсии проводить, поэтому у нас такой вот режим. Не пойми, как. Ну, тем не менее, спасибо. Да, было в любом случае здорово. Спасибо. Я вот сколько... Вообще выбор приезжаю, такой первый раз мне удалось. Так ну правильно, если мы в этом году только открылись, да. Я очень надеюсь, что скоро откроется и часовая башня. Я смотреть на часовую башню. Нет такого. На одно время как-то там по левому туда водили, но это совсем по левому. Там был часовщик во дворе дяди Юра, такой видит любящий. И он так смотрел на тебя и говорит, ну ладно, тебе еще за 200 рублей. Неплохо. Ну, он, собственно, мог зарабатывать там тысячи, зарабатывал на бутылке, он попадал. Вот. Сейчас я смотрите, но там, к сожалению, косяки реставраторские до сих пор не открылись, соответственно, ничего там не можем сделать дальше. Проблем много, но я очень надеюсь, сейчас где-то в районе месяца ближайшего закроется башня Олафа и откроем часовую, ну, просто... Деньги-то надо как-то зарабатывать. Не будет вам повод. А там внутри хорошо, там деревянные конструкции, на самом деле, времена Екатерины II. Главное, чтобы они держались. Держатся. Проверено у нас, когда ночь неделя была, одновременно человек по 80 проходило. Так что выдержит. Спасибо, Алексей. Я, собственно, сегодня к вам приехал. Я помню, ратуши посмотрели? Во вторник, нет, вот храм и в этот, в рыцарский дом. Но рыцарский еще не реставрировался, там реставрация советская. Ну, во всяком случае, там сейчас довольно симпатичная выставка. Ну, вы имеете в виду это, рыцарские вот эти все доспехи? Да, нет, выставка по истории дома. Это детей больше. Я молодец. Понятно. Вот. Ну и в целом там довольно симпатичный. Добрый день, здравствуйте.
meni. Koska sä olet miettiä sitä, että tästä voisi tulla jotain vähän suurempaa kuin pelkkä harrastus? No en mä tiedä. En mä ikinä niin kuin silleen sano, että musta pitää tulla maailmanmestari. Mun tavoite on maailmanmestari. Ei ollut tämmöistä. Mä halusin vaan aina niin voittumukseni ajatellut mitään rahoja ja sopittu sen, kun vaan, että nyt mä saan pääsen yrittämään. Mä ehkä vähän näin tällä ajatella. Et se on aina ollut enempi kivaa sulla. Kyllä mä oon sanonutkin. Et no viimeksi tänään mä oon enää kyyditykseni. Yks siinä vieressä on, että on sulla kiva ammatti. Joo, tää nyt ei enää mun ammatti, mutta siis harvahan saa yhdistää harrastuksen, jos taisin tulla ammattisen. Ei voi enempää pyytää, että se oli, on ollut hieno. Niin, urheilijoilla ja muusikoilla on taito. Joo, totta näin, juuri niin. Monella, tietysti monella muullakin ammattikunnalla, mistä ihminen tykkää, mutta 88 oli, en mä tiedä, oliko se käänteen tekevä vuosi. Näin silloin se ehkä tuntui siltä, että se olisi tehnyt jonkun käänteen tekevän. Junnu SM oli todella voimassa. Näettiin karsintakilpailu ja kaikki ei mahtunut mukaan. Jokaiset näettiin se pätkämaali ja korjailtiin autoja ja just oltiin sitten kolmas luokassa. Ihan käsittämättä. Yle Puhe. Koko Tomi Nuoteesta podcasti. Ne löytyy kaikki jaksot Yle Areenasta. Urheilu. Tämän aamuisesta perustuslakivaliokunnan kokouksesta mahdollisten altistumisten